Признания, что обычно называется не для публики, неожиданно прозвучали из уст экс-главы ЦРУ и НБ Майкла Хейдена. Он заявил, что пошел бы на многое, чтобы взломать электронную почту главы российского МИДа Сергея Лаврова. Слова прозвучали, когда бывший руководитель американских спецслужб комментировал скандал вокруг Хиллари Клинтон, которая вела служебную переписку с личного почтового ящика. И вот по признанию Хейдена, если бы в такой же ситуации оказался российский министр иностранных дел, то бывший глава НБ, цитата, «свернул бы горы», чтобы получить доступ к этой почте, отметив, что даже по несекретной информации, которая содержится в личных письмах политика, можно многое узнать.